мало кто хочет заниматься одним и тем же сексом каждый раз. Люди, как обезьянки бонобо, стремятся к разнообразию. Анальный секс входит в более или менее стандартный секс-пакет, но далеко не всем он нравится. И это совершенно нормально. Клитор имеет форму вилочки, и у многих женщин зубцы этой вилочки достигают ануса, так что во время анальных ласк партнер также стимулирует ножки клитора. Теперь об оргазме. Ради него ведь все затевается, верно? Первое, что тебе нужно знать, да, от анального секса реально получить оргазм и мужчинам, и женщинам. У женщин шансы достичь кульминации выше, когда через проникновение идет непрямая стимуляция зоны G через стенку, отделяющую влагалище от прямой кишки. Помимо хорошо известной тебе зоны G, есть еще и глубокая зона, пока недостаточно изученная точка, которая находится в самой глубокой части влагалища, прямо перед маткой. Эта зона у некоторых женщин очень чувствительна, и оргазмы от нее ярче. Следуй этим 10 простым правилам, чтобы добиться настоящего удовольствия от анального секса. Мы дали тебе самые базовые знания о том, как получить оргазм от анального секса, и надеемся, что ты возьмешь наши советы на карандаш.